Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». И сегодня я с вами делюсь своим любимым рецептом бутербродов. Грибные бутербродики. Я их просто обожаю. С луком, с моцареллой, с зеленью. Нет ничего вкуснее. И, конечно же, обязательно добавляю сюда чеснок. Готовьте вместе со мной. Радуйте свою семью вкусными и сытными бутербродами. Для моих любимых бутербродиков мне нужны будут следующие продукты. 300 граммов очищенных грибов, шампиньонов, 1 крупная луковица, у меня очень большая луковица, если у вас маленький лук, берите 2 штуки, 2 зубка чеснока, 130 граммов сыра моцареллы, соль, перец добавляем по вкусу, резанный хлеб и зелень петрушки. Я обожаю эти бутерброды. И готовлю не часто, потому что просто не хватает времени. Но вот когда мне очень-очень захочется, я нахожу время и готовлю их. Конечно, можно использовать, я даже снимала видео, когда бутербродики, именно баклажаны, не обжаривать на сковороде. Но поверьте, вкуснее вариант именно с обжаренными этими грибами на сковороде. Мне так больше всего нравится. Лучок нарезаем кубиком. Лук у меня большой, поэтому все-таки слишком крупно не нарезаем лук. Нам потом все это нужно еще будет запекать в духовочке. На раскаленной сковороде с растительным маслом мы начинаем обжаривать лучок. Пока лучок немножко там поджарится, мы нарежем грибочки и будем все вместе обжаривать. Теперь к слегка обжаренному луку мы добавляем грибочки и обжариваем все вместе. На данном этапе мы не добавляем ни соль, ни перец. Сначала нам нужно просто довести до готовности, подрумянить. Посолили, поперчили, обязательно. Вот. Это уже в конце, когда вот вы видите, грибочки наши почти готовы. Добавляем чеснок, начистили на мелкой терочке. И хорошенько вот так вот, понимаете, перемешиваем. Все, грибочки готовы, выключаем огонь и немножко остужаем. Не добавляем в горячие грибы моцарелла, она потечет, растает, а нам потом нужно еще выкладывать это все на хлеб. Поэтому сначала остужаем, а потом добавляем моцареллу. Теперь, как грибочки наши немного остыли, мы добавляем зелень петрушки. Я немного добавляю петрушки, небольшой пучок, и натерла моцареллу на средней терочке. И сейчас мы все хорошенько перемешиваем. Я вам только советую брать моцареллу, а не какой-то сырный продукт. А то будет совсем не тот вкус. Я уже своей соседке сказала, ты покупаешь не моцареллу, ты покупаешь непонятно что. Вот попробую чуть-чуть больше заплати и попробуй моцареллу. Совсем другой вкус. Все хорошо перемешали. И теперь на хлебушек выкладываем нашу начинку. Так, теперь смотрите, выкладываем побольше начинки и потом складываем все на противень. И немножко запечем, не нужно долго запекать, нам надо, чтобы моцарелла расплавилась и немного подрумянился хлебушек, и все. Безумно вкусные бутербродики, идеально подойдут и на завтрак. Я буду их есть на ужин. Я их обожаю. 8 бутербродов с этого количества грибов получается. Готовьте на здоровье. Теперь ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Ну что, похрустим. 10 минут и бутербродики готовы. Безумно вкусно.
Мои любимые. Вы знаете, эти бутерброды у меня стоят наравне с бутербродами с красной икрой. Бутерброды с красной икрой едим только по праздникам. И даже стоят наравне с бутербродами с красной икрой. С красной рыбой. Я, конечно, заговариваюсь. Не знаю, вот они мне очень нравятся. Возможно, из-за того, что я просто люблю грибы. Приготовьте, это безумно вкусно. Готовьте на здоровье, готовьте на радость своей семье. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч, пока-пока. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь моими видео с друзьями. Пока!